Возможно ли любить евреев и арабов одинаково? Об этом мы поговорим сегодня. Меня зовут Коди Арчер. Добро пожаловать на возрождение сегодня. Сегодня у меня в гостях мой дорогой друг, Малик Гаврис, который является частью команды служения Возрождения Израиля 4 года. Три с половиной, точнее, три с половиной. Малик, спасибо за то, что снова пришел к нам на программу. Перед тем как мы перейдем непосредственно к интервью, я прошу вас зайти на наш YouTube канал. Там у нас много разных видео. Кто-то из вас смотрит нас в прямом эфире, а кто-то в записи. И это прекрасно. Но если вы еще не подписались на наш канал, то сделайте это. Так вы будете получать мгновенные оповещения обо всех наших новых видео. Каждую неделю у нас выходят как минимум два видео. Так что на нашем канале очень много хорошего контента. Поэтому смотрите, пользуйтесь, и он обязательно благословит вас. Малик, давай расскажем нашим зрителям о тебе. Ты уже был у нас в гостях, но не все наши зрители могут тебя знать. Расскажи немного о себе. Откуда ты? Как ты уверовал? А потом я хочу, чтобы мы поговорили о напряжении, которое мы чувствуем в Израиле между евреями и арабами. И людям кажется, что нужно выбрать чью-то сторону в этом конфликте. Об этом чуть позже. А теперь давай послушаем непосредственно твою историю. Где ты родился и вырос? Я родился здесь, в Иерусалиме в еврейском квартале и прожил там около 8 лет. Затем мои родители решили переехать на западный берег. Так я и оказался... Здесь вернемся к твоим корням. В твоем роду были арабы и даже греки. Да, это со стороны моего отца. Моя фамилия Гаврис, и мы считаем, что когда-то она была Гаврилидис. Кажется так. Я не очень хорошо владею греческим. Вернее, я совсем не говорю на греческом, но я знаю, что у меня есть греческие корни. Ясно. Итак, вы с семьей переехали в Рамалу. Да. И тогда же Бог стал работать надо мною, и это стало частью моей личности. То есть я жил и на еврейской, и на палестинской стороне, где живут арабы-мусульмане. Это было похоже на приключения. Я побывал и на той, и на этой стороне. Я родился вообще-то в христианской семье, но мы не были глубоко верующими, пока моя сестра не уверовала. Вот тогда-то мы и узнали о настоящей вере и близких отношениях с Иешуа и Иисусом. До этого мы были номинальными верующими. Скажи, а почему вы уехали из Рамалы? Насколько я знаю, в какой-то момент ты переехал в Иерусалим и даже владел рестораном в старом городе. Да, это была идея моего отца. Ситуация стала очень напряженной, и мы решили переехать. Это было в 2000 году. Раньше мы жили в Рамале, а учились в старом городе. Постоянные переезды и очереди на пропускных пунктах занимали у нас по три часа утром и вечером. Три часа, чтобы попасть с западного берега в Иерусалим. Да, это было крайне сложно. А что еще происходило тогда? Это была настоящая война. А мы много времени проводили на пропускных пунктах. Как я уже сказал, было именно то, что показывали в новостях. Слезоточивый газ, камни и так далее. А кто-то из твоих друзей, из школьных друзей, бросал тогда камни? Конечно. Иногда я и сам это делал. Я выбирал сторону Палестины. Так я мстил за все страдания палестинцев. Это все влияние арабской школы и друзей арабов. То есть тебя этому учили в твоем окружении, что Израиль и вообще евреи — это твои самые заклятые враги. М да, так оно и было. А что произошло в Тафаде, когда вы переехали в Иерусалим чуть позднее? Мы переехали в Иерусалим, и первые пару лет были очень тяжелыми. Но после этого стало полегче. И мы жили в разных местах После окончания школы я переехал на север и уже жил там. То есть я понимаю, что значит жить здесь и участвовать во всех этих событиях. И знаю, что значит не участвовать во всем этом. В детстве у меня был израильский взгляд на ситуацию, а потом я посмотрел на нее с другой стороны через страдания палестинского народа, всех палестинцев и так далее. Я менял свои взгляды. Да уж это непросто. Да, тогда мне было очень непросто, но даже сейчас во мне есть что-то. Моя плоть будто бы говорит, выбери чью-то сторону. Но сейчас в моем сердце мир, и этот мир пришел от Иешуа. Думаю, это был план Иешуа, чтобы я жил в Израиле, а потом в Палестине, и видел обе стороны и почувствовал их на себе. Можно долго изучать какой-то вопрос, но если вы не испытаете это на себе или в своей жизни, то это лишь теория. И тогда вы не сможете понимать ни одну из сторон. Я же сейчас понимаю обе стороны очень хорошо. То есть ты говоришь, что можно быть арабским верующим в Иисуса, читать Библию, находиться рядом с евреями и при этом иметь в сердце какую-то ненависть. И также, с другой стороны, можно быть евреем, верить в Иешуа, но когда ты рядом с арабами, с тобой что-то происходит, ты не можешь их терпеть. Ты об этом говоришь? Да, это вполне возможно. Я знаю, что некоторые люди выбирают одну сторону, не зная ничего о другой. Я считаю, что нужно поставить себя на место другого человека, чтобы понять, что он чувствует, что он пережил, как он мыслит и почему. Чем больше вы знаете, тем вам проще. Если вы попадаете в место, которое не знаете, вы не понимаете, что же вам там делать. Например, если вы едете в какое-то место, то ничего о нем не знаете. Вот тогда вы ничего не читали и не слышали о нем. Именно тогда вы не будете знать, что вам там делать. И у вас уйдет много времени, чтобы разобраться во всем этом самому, самостоятельно. Не знаю. Рассказывал ли я тебе эту историю, но когда я только приехал в Израиль около восьми лет назад, первое время я много времени проводил в молитве, я был больше на стороне Израиля в то время, я много слышал о том, что Израиль ⁇ Божий избранный народ, и Бог имеет особое предназначение для него. Я даже начал молиться за спасение Израиля. Я много молился, но однажды будто бы погас свет. И Дух Святой показал мне, что я люблю евреев больше, чем арабов. Я проплакал много часов, когда понял, что у меня маленькое сердце. В тот день я покаялся и попросил Бога дать мне любовь к арабскому народу. Оглядываясь на тот день, я понимаю, что во мне произошли радикальные перемены. С того дня моя любовь к арабам продолжает расти. Думаю, людям нужны такие переживания в Духе Святом, потому что по плоти мы не способны любить оба народа одинаково, не говоря уже обо всех народах вообще. Мы всегда склонны выбирать любимчиков. Я думаю, что каждый с этим столкнулся. И, как я уже сказал тебе, первое время мне было очень сложно. Я никак не мог выбрать ни одну из сторон. Скажи, а ты тоже с этим столкнулся, когда приехал сюда впервые? Да, и не один раз. Иногда у меня снова возникают эти переживания, потому что радикалы есть с обеих сторон. Бывают даже радикальные христиане, которые говорят, что не правы, ни евреи, ни мусульмане. Я тебя очень хорошо понимаю, потому что сам иногда чувствую себя так. У меня израильское гражданство. Я могу не обращать внимания на это напряжение и просто жить, будто бы ничего не происходит. Сейчас я живу в Бейджале, недалеко от Вифлеема. И когда я вижу, как рабочие проходят пропускные пункты, и как им сложно, я думаю, во всем виноват Израиль. Я также слышу, как люди говорят, у нас нет того или этого. И все по вине Израиля. Но мне кажется, что все это мелочи. На самом деле, многие люди слишком поверхностны. Они не углубляются в какие-то вопросы. Но нужно смотреть в корень. Я считаю, что верующие вообще не должны становиться ни на чью сторону. Мы должны научиться правильно рассказывать историю об Израиле и об Исааке. Я был удивлен, что даже мои друзья христиане не знают эту историю. Представляешь, жить в этой стране и не знать эту историю в то время как вообще-то все построено на вере наших праотцев Авраама, Исаака и Иакова. Как же это неправильно? Это история появления этих ближневосточных народов, их зарождения. А вот почему я говорю, что люди слишком поверхностны, они не углубляются в детали. А как ты себя чувствовал, когда понимал, что разные страны тоже становятся на ту или иную сторону? Кто-то на стороне арабов, а кто-то на стороне евреев. Какие чувства это у тебя вызывало, как у человека, живущего здесь? Меня это расстраивало. Они слышат только одну сторону. Помните историю, когда Ишуа спросили, нужно ли платить налоги. Что он им ответил? Посмотрите на монету. Отдайте кесарю кесарева, а Богу Божие. То есть у каждой медали две стороны. Нельзя судить только по одной стороне. Вам нужно услышать обе стороны. Разобраться, если в какой-то семье проблемы, а вы же не выслушиваете только одну сторону, только мужа или только жену. Выслушав только одного, выпрямите его сторону, это ваша автоматическая реакция. И тогда ваша оценка не будет объективной. Она будет субъективной. Ведь так? Да, это правда. А можешь рассказать какую-то историю, где ты на личном опыте почувствовал все прелести пристрастного отношения? Пристрастного отношения? Был один случай, который. Произошло здесь в общении. Мы говорили с людьми, и они сказали: Вы еврей? Я ответил: Да, я еврей, но у меня также есть и палестинские корни. Я араб. Как ты и сказал, я наполовину грек и наполовину араб. Это как в примере с монетой. Я не могу сказать, что я только израильтянин или только палестинец, потому что это не так. А во мне есть и то, и другое. Я свободно говорю на арабском и на иврите. Среди моих друзей и евреи, и арабы, поэтому я не могу выбрать какую-то одну сторону. Я могу рассказать тебе много историй, но это будет довольно долго, а у нас очень мало времени в эфире. Ты рассказывал, что у тебя были случаи, когда тебе приходилось прощать людей как, к примеру, в случае с Иеремией и Тайлером. Если ты не против, можешь рассказать нам об этом. Да, такие случаи были. Как ты уже говорил, когда-то у нас был свой ресторан в старом городе у ворот Яфы. И как-то в ресторане произошло недоразумение. Пришли арабы. Они вели себя очень жестко, и мой брат чуть не погиб тогда. Ресторан назывался «У четырех братьев». То есть мы с братьями владели им вместе. Но в том инциденте я чуть не потерял брата. Его ударили по голове. И я мог бы держать обиду и по сей день. Иногда чувства могут нахлынуть. Но если вы верите в Иисуса, то в такие моменты вы просите Духа Святого поработать с вами. И сегодня я могу заявить, что я исцелен от этого. А еще у меня было несколько неприятных случаев с израильской полицией в прошлом году. У меня тоже был такой неприятный случай. Ты знаешь эту историю. Я позвонил Тайлеру и Иеремии и рассказал, что произошло. Я был очень зол, потому что это было несправедливо. Очень сложно, находиться в ситуации, когда понимаешь, что это несправедливо. Это нечестно, да? Нечестно, но когда Тайлер и Иеремия пришли, а потом они даже извинились передо мною. Я хочу прояснить для наших друзей, что Иеремия и Тайлер — это члены нашей команды, и они евреи. Они пришли в твой дом в Бейджаре, и что там произошло? Они просто проявили любовь, они говорили о том, как им жаль, что так произошло, и что они понимают, как я себя чувствую и так далее. И после того случая в моем сердце что-то произошло. Я пошел в церковь, славил, поклонялся и молился о многих вещах. И я почувствовал, что Бог полностью исцелил меня до сих пор, когда я говорю об этом. Я не понимаю, как это могло случиться. Без Иешуа такое исцеление невозможно. Невозможно избавиться от этой долгой обиды, от горечи. Такая боль остается навсегда. О, да. То есть в тот день у тебя был настоящий прорыв. Это невероятно. Я понимаю, что без Иешуа я не мог бы исцелиться от моего прошлого. Да, случаев было много, но впереди еще вся жизнь. И это здорово. Да, ты прав, друзья. Я хотел бы на минуту отвлечься и попросить вас поделиться этим видео, потому что мы с Маликом разбираем довольно глубокие темы. Я знаю, что у вас есть друзья, которым нужно услышать наш разговор. Малик, ты сейчас учишься на юриста, у тебя очень много занятий, а еще ты активно служишь здесь и занимаешься молодежью в своей общине. Сейчас ты очень занят. Удивительно, как ты все это успеваешь. Это Божья благодать. Интересно наблюдать за тобой последние три года. Каким ты пришел и каким ты стал, это как день и ночь. Ты укрепился и возрос в вере. Мы рады за тебя, потому что знаем, что Бог призывал тебя быть лидером. В конце мы помолимся, но у меня есть последний вопрос. Ты женат, у тебя прекрасная жена и маленькая дочка. Чему бы ты хотел научить свою дочь, и своих, быть может, будущих детей в этом вопросе. Что ты будешь говорить своим детям, чтобы они не выбирали чью-то одну сторону, и их сердце было в правильном положении? Ты ведь сам прошел все это, и тебе есть чему поучить молодое поколение. Поделись с нами, пожалуйста. Чему бы я хотел научить ее? Во-первых, выбирать обе стороны. Мы со Сьюзен говорили о том, чтобы отдать Амалию. У меня есть целая история о том, почему мы назвали ее Амалией. Ты ее знаешь. Мы хотим отдать ее в такую школу, где она будет видеть обе стороны и будет нести любовь Иешуа. Что мы с тобой делаем? Мы живем вместе, и это завет. Я считаю, что у нас отношение завета. Я не представляю себя вне этого завета. Ты вот упомянул, что я изучаю закон. Когда я стану юристом, я все равно не представляю свою жизнь без тебя, без семьи, без Хавата Ишуа без возрождения Израиля и без моей любимой церкви. Все это стало частью меня и моей повседневной жизни. Мы живем и побеждаем все то, что мы видим и слышим в новостях. Израильтяне, арабы, палестинцы, газы и так далее. Да. Все это тяжело, очень тяжело. Мы должны быть в мире и быть миротворцами, как и говорит нам Писание. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божьими. Мы должны быть именно в таком положении и выслушивать обе стороны, и арабов, и израильтян, приглашать их на такие разговоры, подобные тому, как мы с тобой сейчас разговариваем, где они могут открыться и рассказать о своих чувствах. Это изменит представление о людей, о нашей жизни здесь. На этой земле. Yeah. Да, аминь. Ваша семья ⁇ это воплощение твоих слов. Вы не просто говорите об этом, но и живете так. Вы как магниты, которые сводят обе стороны вместе, и при этом в центре у вас и Иешуа, и его исцеление. И это прекрасно. Это мое really, призвание. Как я уже говорил, я смотрю на свое прошлое и говорю, спасибо Бог. Ты провел меня через эти ситуации и привел меня сюда, чтобы я мог все это выстоять. Да, иногда бывают моменты, когда я не понимаю, что я делаю. И кажется, что проще все это оставить. Да, трава всегда зеленее за чужим забором. Да, но это мое призвание. Бог работает, и все, что я имею, пришло по Его благодати. Малик, наш выпуск подходит к концу, я прошу тебя помолиться. Нас смотрят люди со всего мира, которым сложно любить евреев или арабов так, как их любит Бог. Может, причина в обиде или в горечи, или в том, что они слышали только одну сторону. Я вот хочу, чтобы ты помолился за них, чтобы они приняли любовь Иешуа к обоим народам и стали настоящими миротворцами, ведь когда-то эти народы были одним единым целым. Поведи нас, пожалуйста, в молитве. Okay. Да, но вначале я хотел бы что-то сказать. Недавно я читал книгу о Христе и о Коране. Она тоже изменила мой взгляд на ситуации. Раньше у меня было много обид на ислам из-за радикальных исламистов, мне кажется, если вы прочтете эту книгу, то Иешуа поможет вам по-другому взглянуть на мусульман, на ислам и на радикалов. Но это тоже своего рода призвание, и это нелегко. Мы понимаем, что так научены эти люди. Каждый был чему-то научен в той среде, в которой вырос. Из этого мы выносим свои сокровища. Да, это большая жертва. Помолись за нас, пожалуйста. Да, конечно. Отец наш Небесный, спасибо тебе за эту возможность поговорить о наших чувствах и обо всей этой ситуации. Спасибо за все, что ты делаешь в наших жизнях. И в этой стране мы просим, пусть придет Царство Твое, пусть Твое Царство распространяется. Молюсь обо всех, кто смотрит нас сейчас, коснись их сердец и измени их. Пусть люди, приезжающие в эту землю, имеют сердце Иешуа. Пусть они несут любовь Иешуа и не становятся ни на чью сторону. Все мы, дети нашего небесного Отца. Мы одна семья. И мы хотим, чтобы эта семья была в единстве. Пусть у всех будет единое сердце, управляемое Святым Духом и одни мысли. Иешуа, ты наша голова, а мы всего лишь твое тело. Просим Тебя, используй нас, чтобы объединить твое тело и нести Евангелие до краев земли. Во имя Иешуа я молюсь. Аминь. Я тоже хочу помолиться. Отец, мы вместе с Маликом молимся о сверхъестественном исцелении в сердцах Твоих людей по всему миру. Мы провозглашаем больше Твоей любви по отношению к евреям и арабам. Господь, если у кого-то не такое отношение, как у Тебя, принеси свой свет, как Ты сделал это со мной. Тот разговор с Тобой 8 лет назад изменил все. Я молюсь о такой же встрече для людей по всему миру. Продолжай объединять нас как семью которая любит и поддерживает друг друга. Мы не хотим быть ни на чьей стороне. Пусть полнота из Евангелия от Иоанна 17 главы проявится на полную во имя Иешуа. Аминь, Малик, спасибо тебе за уделенное нам время. Мне очень понравилось. Разговор получился очень личным. Мы затронули сегодня очень болезненную тему. И тебе спасибо. Я уверен, что вам тоже понравился наш разговор. Снова прошу вас поделиться этим видео. Ждем ваших комментариев. Расскажите, что нового вы узнали, и что по вашему мнению нужно делать, чтобы относиться к евреям и арабам так, как к ним относится Бог. А мы увидимся с вами на следующей неделе.